Я хочу поприветствовать гостеприимную солнечную Молдавию. Хочу сказать, что я с большим удовольствием прилетела сюда, с этой прекрасной компанией, благодаря Вадиму Владимировичу Пирожку. Почему? Вообще меня многое связывает с Молдавией. Я родилась сама в Тирасполе, хотя мои родители все из Сибири. Бабушка и дедушка из Томска переехали в Бельце когда-то, и они просто были удивлены этой природой, этим дружелюбным народом. Поэтому здесь я бывала еще в младенчестве. И вы знаете, вот когда я услышала, что будут Бельцы, я просто я обязана сюда приехать, спеть любимые мои песни на русском языке, и на молдавском языке. Потому что где бы я ни была, я еще являюсь послом фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, который поддерживает русский язык и культуру за рубежом. Я считаю, это моя миссия, да. И везде, я говорю, я горжусь, что я родилась в Молдавии, впитала в себя этот колорит, дух необыкновенный. И как мне говорят, у тебя солнечный характер, наверное, потому что ты родилась здесь, в Молдавии. Я хочу, чтобы мы вместе сейчас спели прекрасный припев хорошей песни. Вы мне помогите, пожалуйста. От зари до зари, но на молдавском языке. Интрунглас, аааа!